Любое отключение на одной из этих подстанций или любое отключение линии приводит, ну, к погашению, например, потребителя. А наша задача – бесперебойное снабжение потребителей. Здесь круглосуточно дежурят диспетчера. Они обеспечивают, они дают команду быстрее подать электричество. Оперативно-диспетчерское слово, само слово «оперативно» говорит о том, что мы как солдаты. Вот сказали «вперед», и мы идем вперед, как говорится. Вот. У нас нет такого вот, мы хотели потом оставить это. Мы должны моментально принять меры. Вот если мы не примем моментально, могут быть большие последствия. Был один из таких вот у нас случаев тяжелых, когда отключалась эта линия 500 киловольт, и эта линия у нас проходит по всем вот по горам, по перевалам. И вот когда мы отправили людей, берется зона около, ну, 10 километров. Один идет с одной стороны, а другой идет с другой стороны. Это по два человека. И мы потеряли связь с одним из них. И вот здесь вот мы все сидели, нервничали до клеточек, пока не появилась связь. Мы нашли повреждения на этой линии. Бригада уже... Тоже, которые линейщики, в машине, готовые со всеми своими аварийным запасом инструментов, они уже стояли, они уже конкретно к месту проехали и устранили вот повреждения данные. Диспетчерам, которые работают вот круглосуточно, обеспечивая электроэнергией, оперативникам, всем линейщикам, релейщикам, службе подстанции, благодаря вам, ребята, мы со светом. Спасибо вам. И желаю вам всем держать эту планку энергетика.